Итак, статист 89 килограмм, да? Вместе с матрасом и антипролежневым матрасом. Вот потребление в спокойном состоянии, в ватах. Ну, нагрузим немного для начала. Так, сделаем в кресло. При нагрузке в кресло вырастает максимальная 200 ватт, по-моему, на блоке написано. Вот положение в кресло готово. При возвращении из режима кресла в кровать. Это работает сейчас только ножной привод. Розетка USB подключена. Так, теперь привод спины. Ну и вот сейчас погаснет пульт и будет в свободном состоянии. При этом, как мы можем видеть, на шильдике указано, что до 200 ватт потребляемая мощность. В свободном состоянии вот.